Горячо встретить гостей Шукшинского фестиваля собралось несколько сотен поклонников. На красной ковровой дорожке делегация кинематографистов. Артисты Борис Галкин, Ирина Купченко, Ольга Прокофьева, Игорь Петренко, председатели жюри конкурсных программ Михаил Калинин, Дмитрий Якунин и известные литераторы. Приглашенных звезд не хотели отпускать. Фотографировались и брали автографы. Хочется ко всем вам прикоснуться, к вашему солнцу, к вашему гостеприимству. Спасибо. Просто мы уже на красной дорожке обрели вашу любовь и в ней уже купаемся. Зрители радовали хореографией и песнями. Актеры театра и кино вспомнили творчество Василия Макаровича и его жизненные принципы. Так кинофестиваль проводится под девизом «Нравственность есть правда». Что бы подумал Василий Макарович, если бы он вдруг узнал, что спустя столько лет тысячи, сотни тысяч людей смеются и плачут, читая его вымыслы, его рассказы, что они любят то, что любил он, верят в то, что, во что верил он, стремятся к тому, к чему стремился он, и благодаря ему находят правду, которую всю жизнь искал Василий Макарович. Игорь Петренко прочитал рассказ Шукшина «Ваня, ты как здесь?». Тут народ разный. Если он к тебе, вы мне глянетесь, то все. Разрешите вас под ручку, вы его по руке. Не лезь, мне, мол, сперва выучиться надо. В рамках фестиваля алтайские зрители увидят кинокартины, которые еще не были в большом прокате. В этом году конкурсная программа включает в себя полнометражное игровое кино, короткометражное игровое и впервые за долгое время документальное кино. Кроме того, зрителям представят спецпрограмму «Снято в Сибири». По атмосфере, как все проходит, ну поскольку я вот два раза, по крайней мере, уже был до этого, ну как-то сейчас так немножко как бы это масштабнее стало. Опыт накоплен. И должно получаться лучше. Одна беда нынешнего кино, хорошего кино у нас почти нет. Мы продолжаем, ну, в общем-то, все традиции, которые за эти годы сложились, связанными с обращением к его наследию, культурному наследию, с его с изучением этого наследия. Убежден, что для того, чтобы лучше понимать и любить свою землю, людей, которые здесь живут, конечно, надо глубоко, внимательно знакомиться с творчеством Василия Макаровича Шукшина. Впервые наряду с мероприятиями организовали деловую программу кинофестиваля. Я расскажу своим коллегам, кинематографистам из разных регионов, как мы, как платформа, взаимодействуем именно с региональными кинематографистами и вообще, в принципе, с продакшенами. Мне кажется, это потрясающе, что губернатор и Минкульт алтайский, они сделали настолько потрясающее мероприятие для всех, а не только для кинематографистов, которых позвали, чтобы что-то там обсудить или показать. Добавим, награждение победителей и вручение главного приза пройдет на церемонии закрытия Шукшинских дней на Алтае. Зрители и гости Всероссийского фестиваля встретятся на горе Пикет в Сростках в эту субботу. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком.